самый новый, второй по счету гражданский самолет МС-21. Что это за самолет? Это второй полностью российский самолет после Суперджета. Впервые он полетел больше 2 лет назад, 28 мая 2017 года. Правда, видели это только чиновники и инженеры. Максимальная загрузка лайнера около 200 человек. И здесь МС-21 можно сравнить с 2 самыми популярными моделями авиагигантов. Это Boeing 737 и Airbus A320. Для сравнения, Суперджет гораздо меньше. В нем помещается не больше 100 пассажиров. Но ведь большинство российских компаний летает на Boeing и Airbus. Зачем тогда нужна еще одна российская модель? Дело в том, что МС-21, как и Суперджет, это во многом имиджевый проект. С ним Россия пытается занять свою долю на мировом рынке авиастроения. Через 4 года планируется собирать 70 самолетов МС-21 в год. В том числе за счет этого российская УАК планирует через 13 лет занять 5% рынка мирового авиастроения. А сколько нам это стоит? В проект МС-21 уже вложили больше 158 миллиардов рублей из бюджета, а к 2025 году планируют потратить еще 279. Счетная палата выяснила, что по сравнению с первоначальным планом проект уже подорожал в 2 раза, а срок создания самолета вырос на 3 года. Для сравнения, разработка Суперджета обошлась примерно в 2 миллиарда долларов. При этом в МС-21 будет 40% иностранных компонентов. У Суперджета их около 70%. А кто будет покупать все эти самолеты? Новый самолет планируют купить многие компании, правда, пока в основном российские. Самый крупный из них – Аэрофлот, и еще компания Red Wings и компания Ираэро. За рубежом самолет заинтересовал Танзанию, Египет и Азербайджан. Похожая судьба была и у Суперджета. Изначально самолет заказали компании из Мексики, Ирландии и Армении. Правда, в феврале 2019 года ирландский CityJet отказался от российского производства, могут достаться другой, словенской авиакомпании. Что может пойти не так? Об этом тоже можно судить на примере Суперджета. Сейчас эти самолеты проводят в воздухе меньше времени, чем другие модели. Одно из слабых мест – проблемы со своевременным ремонтом двигателей. Похожие сложности возникли и у проекта МС-21. Изначально предполагалось, что у покупателя будет выбор – получить самолет с российскими или с американскими двигателями. Но российские движки, как и сам МС-21, только готовятся запустить в серийное производство. А пока самолет испытывают с американскими двигателями. Похоже, этому проекту понадобится дополнительное время и, главное, деньги. В первую очередь, из российского бюджета.
пароход, наверное.